15 февраля в здании администрации Десногорска состоялось торжественное мероприятие. Юные ученики и их преподаватели собрались для награждения за творческий конкурс. Маленькие патриоты предоставили жюри свои работы на военную тематику. Качество работ проверялось профессионалами своего дела. Мастерство оценивали заслуженные художники и представители Смоленского государственного университета. Награды ребятам и их преподавателям вручил член Совета Федерации от Смоленской области Сергей Леонов. Конкурс организован Смоленским отделением Международного фонда «Российский фонд мира». Мероприятие направлено на раскрытие творческого потенциала детей, а также на формирование патриотического и позитивного отношения к своей стране и миру. В целом вот этот конкурс он направлен на то, чтобы ориентировать детей и взрослых, педагогов, для того, чтобы бороться за мир во всем мире, потому что мир – это самая главная ценность, которая есть у человечества. При этом отметили стабильно высокое качество работы детей из Десногорска. Ребята постоянно участвуют во многих конкурсах фонда и часто достигают заметных результатов. Меня это очень сильно мотивирует, потому что мне очень бы хотелось развиваться и воспитывать себя. Я патриот, я хочу себе воспитывать как раз таки свои патриотические качества. Благие дела начинаются с малого. Без сомнения, подобные начинания сделают наш мир чуточку светлее. Виолетта Ефименко, Олег Соловьев, Виталий Степанов, Александр Ерофеев. Десна ТВ.